вариант. Я тогда, короче, Рогу кину в 8-ю пати, но это уже его. Да. Нахуй, типа, ну, прикинь, будет сейчас вот эта вот носопырка торчать вот посредине моего интерфейса. Нафиг она нужна? Похуй, пускай это самое... Может полностью скрыть. Вань, что там по ИП ты говорил, значит, ну-ка, сейчас я журнал открою. Ну, сварахеля, рависта, сварахеля на рависта, а мне с бигдема на манифицировать. Надо сначала посмотреть, он получал? Да, на варахеля получал. Так, надо его найти. Вот, варахель 600. Так, минус. И на рависта 600, да? Угу. А в ТТГ он был котом, да? Да, вроде котом. В ТТГ, да, он котом. Да, в котом он был. Так, и тебе. А ты был... Этим. Я также тоже. ГМХМ. Это чисто ГМХМ, вот Big Dam 600. Да, 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 да. Там вон есть у нас Рога в гильдии на пул. Вань, тащи его за место себя. Может, он... может объединить вам персов, блядь, тебе? Он не знает, а что это даст, если их объединить? Ну, не надо задрачивать меня, блядь, этой хуйней. Перекинь там туда, перекинь сюда. Ну, единственный минус, что если ты вдруг решишь одевать и того, и другого, то ты ГП, ну, грубо говоря, там пришел на пристать, Теренас там забрал, блядь, слутал ГП. Зашел на Вара, а на чешку ПРа нету, потому что Теренас на пристать забрал. Ну, понял, да, смысл? Ну, оно так и так и получается. Типа, все равно, что так, что так. То есть, если я играю пристом, я тут коплю ГП. Если я играю Варом, там коплю. Да, по большому счету. То есть, одно и то же получается. Да, в принципе, да, можно объединить. Не ебаться. Блин, зачем мейн мы кикнули? Пускай бы сидел ЕП получил. А, ладно, да, потом накину. Или потом зайдешь на начисление. Так, что у нас план такой? А где Бигвар, что он ушел? А хз. Зашел, вышел. Зашел, вышел. Испугался. Так, вон он это играет же. Он онлайн. Закиньте шамана в первом пати, в четвертую пати. Короче, надо в течение рейда где-то найти людей. А давайте этих, ну, наберем пугов сейчас. Я вот не знаю, брать два пуга, нет. Давай, может, гильдию возьмем. У нас вообще ничего нет. Типа нет, так-то... Какого-то друида брал, где вообще есть. Так, как пограмотнее написать объявление для улчата? Целка 25 оп, гирейд с перспективой. Ну, у нас еще ровист. Не надо перспективу, блядь. Там сами решили. Просто два человека каких-нибудь. Берешь на пулов каких-нибудь. Да и все. Да мне нахуй на пулы эти не нужны, бля. Лучше так, ладно, сейчас попробуем. Я долго спамить не буду. Ты дамаг дают, чего нет. Кто нам больше всего нужен в гильдию? Тех и спамь. Да тех вообще нигде нет, понимаешь? А там разве дурацкое правило, которое 15 минут не действует, что ли? Что за правило? Это правило на спам в гидельстве. А, в пати ищите, что-то это... Издобанные фразы в гильдию надо. Ну как, она, понимаешь, она действует, но действует только так, а есть люди, которые на тебя жалуются. Вот, это есть такие мрази, конечно. А, ну... Которым не все равно, они напишут жалобу на тебя. А так админы вроде сами не мониторят сильно. Потому что это муторно и лениво. Да, я прослушал все, что вы говорили, короче, пока писал макрос. Да ничего полезного не было. Да ничего полезного, это просто мысли. Короче, вот я вот так написал. Он в этот поиск спутников ебанул. Никакой полезный. Так, анролы вроде, я ничего не забыл, да? ДС, БС. Да, ДС, БС. Ролл написал, ШП свая написал, похуй, мне остальные не нужны. А нам кровь нужна? А нас еще же это, ровист. Блять, я вроде хотел вчера. Я заберу кровь. И он ушел. Узнаете, тот вы про Лока, который кровь хотел? Он сказал на неделю куда-то уезжает. А он же сказал, что он в пятницу не придет. Он сказал на неделю куда-то уезжает, он на следующем КД только будет. Спроси просто в рейде, да еще. Короче. Я кровь могу взять. А, можешь же взять, да? Да, ну я бы не отказался от нее, пусть валяется. А там квест надо вставать. Ну ладно, сейчас напишу в макрос еще кровь. Пока никто не написал.
Квесты внутри, в целка, да? Да. Ну да, там, короче, черик стоит, типа, такой, ой, дай мне 10 осколков, и что-то. Ну все, не надо же там это... Ну. В смысле? Чтобы кровь получить, тебе нужен квест с рукояти. Ой, рукояти, блядь. Ну, уже посох, который... Ну вот он стоит, вот я подхожу, беру и все, да? Да. Подходишь, берешь и все. Тебе вот этот квест нужен? Или что? Я тупой. Да, тупой. Так бывает. Там квест называется «Святость и скверна», если не ошибаюсь. Ну да. Вот, там молоток надо, надо 25 ДС и 2 крови. Ты ну получишь грань тьмы. Вот, и уже потом ее надо накормить 1000 душ, потом уже еще что-то там, осколки. А, потом... Я могу как-то эти фреймы перемещать, я которые думаю... сирусские? Нет. Вроде бы. Что-то... У меня они каким-то образом разделились на 2 ряда. У меня они разделились на 5 рядов, но они так неудобно стоят. Ты заходишь в настройки, смотри, интерфейс, профиль рейда, у тебя есть группы вместе, есть горизонтально снизу галочка, они у тебя будут все горизонтально. Если группы просто убираешь галочку горизонтально, они у тебя будут все вертикально. У меня они разделены вообще. А как-то их переместить, потому что у меня некоторые закрываются. Ну, по группам, так же, как и в этом. Дурибай, где ты там? Он, наверное, подбежал. Пошли их хуярить, плюс станет. А там еще это что? Это что такое? Это молоток в пещере. А ну все, я понял. Так, стоп, во что мне спекнуться? Холика? А во что хочешь? Хоть в Холика, хоть в ДЦ. Хоть шипы. Пожалей Геншина. Мне кажется, ты можешь сейчас в шипы идти. Ну, если люди в лужах там стоять будут чилить, то вполне. Ты знаешь, я могу, но я не люблю играть в ШП. А там не надо, это... не надо любить, надо просто играть. Оно более всратое пианино, чем ёбаный поле. А ну ты какой-то пианино. Надо привыкать. Да ладно, всего лишь проклятие кинул, а потом призраков кидай по КД. Чё там пианино? Мне надо держать все дотки, которые сейчас спадают не пойми как быстро. Ты еще на Африке не играла, значит. И не собираюсь. Там еще веселее. Я в принципе на дамагерах не играю. В тританк. Начинай играть. Будешь разносторонним человеком. Мне не интересно. А потом и интерес придет. Я вот тоже думал, хилить хуёво, неинтересно. Ну как захилил. А потом как захилил, блядь, мне сказали, воет, блядь. Сначала знаешь, как было, нахуй? Я создал холик, холи приста, блядь, первый мой хил. Прихожу такой в говношмоте, ну перс голый, то есть ни шипешника, ничего там не одето было. Ну и начинаю хилить, там 4 хила, короче, топовых, там пиздец, все крутят там по 20к хпс, блядь, на ребро пришли в геры. Ну и такой, блядь, я такой, хприз, блядь. 5 КГС, блядь. 5,8, там 5,5, не помню. Ну и, короче, такой, блядь. Убили ребро, смотрим ХПС. Там, короче, ШПшники обгоняют Войда, нахуй. И говорят, Войд, сука, чё ты хилил, блядь? Тебя ШПшники обогнали, блядь. Я такой, мне, сука, стыдно, чё за хуйня, думаю. Потом начал гайды читать, блядь. Сука, думаю, блядь. Читаю, думаю, нихуя там, как в гайдах написано, блядь, ШПшник, холиприс это такой, блядь, охуенный спек, он там всех нагибает на просадках рейда. Ну, по итогу, я добился только, когда меня хвалили, тогда, когда я фулбис оделся, ну, фулбисовый шмот на циркуле, и этот, дадите потом, если кто-то сролит, ну, я кубик нажал. Бисовый шмот одел, и чё ещё? И мы, короче, хилили Синдру. А там такой то ли баг был, то ли что, ну, скорее всего, баг. Когда нажимаешь каст молитвы исцеления, и в конце быстро нажимаешь круг исцеления, то освобожденка ловится всего один стак. И вот за счет этой хуйни все хилы стояли в освобожденке, а я вот эту хуйню проворачивал. И топ-1 хпс. Ну, просто первый в рекаунте, блядь. Представь, какое это чувство охуенное. Ты, блядь, первый в рекаунте. Не представляю. Блядь. Мне похуй на циферки, поэтому я не играю на ДД.
Вот, да, хилы тоже такие бывают, цифродрочеры. Я не хочу дрочить цифры. Цифра, не, есть цифра, типа там, блядь, что ты хилишь. Что-то ну вообще, надо. Вообще, да, я видел ситуации, знаешь, какие, когда цифры вроде бы дохуя, ну, хил хилит 20 тысяч, а рейд падает. Вот, ну, это клоунада конкретная, блядь, но я такое видел. Клоунада переизбыток хила. Только хил, блядь, по-моему, не проседает. Хил, вроде хилил, а нихуя не хилил, короче. Типа как только рейд просаживался до 50%, он просто переставал хилить. Я еще знаешь, какую хуйню видел? Когда челикам хилы платили голду, чтобы те вставали в лужу, и чтобы они через них там спамили цепуху там или что, блядь. Накручивается ХПС, рейд падает, похуй, блядь, они хуярят ХПС топовый. А что-то у нас бой висит, ну, я не одного. Может моб вначале. Бурябая нету что-то. Бурябая, ты где? Да, бой, блядь. Пошли мобабу. У меня из-за тотемов. Там мобы, блядь, право-лево. Видать, кто-то их задел. Нафиг ДД, рейд фреймы. Этот маг, ты новенький, да? Я так смотрю. Вот смотри, я тебе сейчас объясню, зачем рейд фреймы. Есть такие боссы, на которых надо... Блядь, ну вот если на ребро надо 20... Надо, пока поставят столик. А? Столик пусть пока маги поставят, пока тебя слушают. Вот. Короче, вот. Есть такие боссы, вот на ребре, допустим, 20 IQ надо, а на Джане там надо уже 350 IQ. Ну, примерно понял, да, что я имею в виду. Тебе надо нажимать 1-2-1-2, что ты делаешь в этой игре. Тебе надо видеть рейд, тебе надо видеть, кто стоит рядом с тобой. Тебе надо много чего видеть. Потому что Джайн это такой босс, если ты не видишь ситуацию вокруг в целом, то это будет очень хуёво. Тебе никто там... Там такая ситуация, что там по 5 меток и 3 разных вида дебафов по 5 меток кидаются, и еще 2 механики сверху. Эту хуйню просто нереально озвучить. То есть этого одного человека нереально озвучить. То есть каждого за ручку сводить не получится. Вот. И чтобы... Ну, ДБМ. Вот, если у тебя стоит ДБМ, это заебись. Вот, а как ты диспелить будешь проклятие на короле, на королях? По своей пати, еще мне скажешь такой, блядь, перекинь меня в первую пати, я там, блядь, только свою пати могу видеть. А, ладно, короче, похуй. Ну, когда-нибудь наступит такой босс, где надо будет фреймы тебе. Ну, вот, например, на лане. А то ты будешь говорить, блядь, я его не увидел, там укус не передал. Превратился в вампира. Не, ну если не превратишься, то красавчик. Значит, у тебя хорошее зрение, 100%. Увидел человека, блинканулся, укусил. И дальше дамажишь. Встал на рейндж. На взлетке встал на рейндж. Прожал щит маны, прожал глыбу. Мы поняли. Все как обычно, я в какие-нибудь ебеня ухожу. Да как бы похую. Блять, Бурибай, ты бежишь или что там? Шкаф ебаните. Мы втроем, да, тут танчим. Да, давай, похуй втроем. Так-то кто-то может в ДД, ты можешь в ДД пойти или в Лаша. Не, нету ДД спека. Я видел. А, ПВПш, ну похуй тогда, будь в танке. Ух ты, в рейде есть и сова, и ШП. Ничего себе. Какое счастье. Еще вот и Дима Лоб. Люблю. Блять, да ёбаная. Все для вас. Поставил рыбу. Жрите. Так чё, будем два тела добирать? Никто да было, не... было бы заебись, но что-то не пишет никто. Всего два лука, блин, в пати. Ну, ровист, по идее, должен прийти еще. Ну, может, кто зайдет. Кто нит? Ну, ШП сова я бы взял. Остальные на. Маги ПС-ку только себе, да, кидают, а не ШПшникам. Да, это как Рокки с напулами. Спроси ШП. Маги ПС-ку? Чё за маг? Маг вот этот как в гильдию попал? Чей-то знакомый или кто его добрал? Просто добрался. Добрался? Такого не бывает. Ну, спамишь? Вот, история. Присутствует. Короче, история ты пригласил, он тебе написал, да? Да. А, у тебя тут это знакомый. Маг. А чё за ШПшник? Он, ну, с перспективой в гильдию или просто так на раз? Пьеса, наверное. Не, я у мага спрашиваю, он с ШП спросить может. О, блядь. Ультрамагева. О, маг пишет. Пятый хочет в рейде быть.
Пятый маг, куда столько? Для Пашечки, ну, действительно, прошу Пашечки. Хочешь еще больше ДПС дать? Давайте МК за голду. Да нет, типа за голду, а зачем просто, ну... Чтобы цифры были больше. Да, тут даже не в цифрах, просто сам баф красиво смотрится. Ну, 3% это так, как бы не лишний тоже. Кому там истерию кидать? Заявки принимаю. Ну, шипы это вроде не столько рисично. Так, еще раз повтори, Зуль, как там, Зульфуэга, еще раз повтори, на раз не пойдет шипы. Так, как это связать воедино? Он сказал, что не пойдет в гильдию, то есть на раз на один случай только если, но в принципе сегодня не пойдет. Мне почему-то показалось, что он именно пойдет в рейд, но пойдет в гильдию, но на один раз не пойдет. Кто прав? Микро. Тиму микро. На рацию просто дайся. А как сам скажет. Надо роль ему дать. Как в Дисе у него ник, я хуй знает. Я тоже в душе ничего. Сатурналия, история, Эвил, Айша. Баткат. Баткат это ты? Мак вот этот. Баткат. Скорее всего, да. Я угадал. Сейчас ему дадим роль. Новичок. Да это единственный ник, который нам тут, в принципе, первый раз. Все, вроде ты можешь пиздеть теперь. Попробуй попиздеть. Попробуй себе микрофон врубить. Он врубил. Он все равно должен включить рацию. Да, рация все равно должна быть. Да. Это только у великих только людей микрофон. Без рации. У великих, да. Если микрофон иметь. Чтобы да, было. Что такое микрофон? Короче, режим рации надо, чтобы через кнопку юзать. Бля, я бы уже хотел бы пол инста пройти, конечно. Все хотели бы. Ладно, похуй, давайте пулять, потом уже эта вся хуйня, может кто-то присоединится, там ровист, не ровист. На стресс готов. Ну что, мы при танке идем? Да. Два первых босса ебанем, там дальше и Глаша, наверное, подамажит. О, кто-то спулил босса, я понял. Ну ГП уже давайте. Че, Геру, да? Да, конечно. Вставайте там в Войда. Короче, там это самое главное, слушай, выходите рейд. Не стойте, если допустим, вправо-лево лужа не пошла, там вас пошла. Успейте с нее выпрыгнуть, и все, и будет заебись. Там для новеньких, если что, аддон и PGP лутмастер надо поставить. В принципе, не обязательно, ну, скоро их. Там на трэше где-то можно поставить, если все время там. После леди или до леди. Короче, завтра я второй день, 12 часов отработаю, приду. Че бы собрать завтра? Не знаю, из десяток я только целка 10 гер хочу. Остальное что-то прям... Ну, собери целку. Только за. Так, Зульфуэга, как дела у тебя? Рассказывай. Почему ты сдох? Он на меня два раза бежал. Это плохо. Ой, давай посмотрим детали смерти, что ж там тебя убило. Холодное пламя. Холодное пламя, 7000. 8 десятых, еще 7000. Вихрь костей. Лок в шипе. Тысячи. Холодное пламя, 7000. Ты в луже стоял, короче. Надо было с лужи выходить. Там, когда босс делает рывок, какую-то цель, он... В том месте, куда он придет, он поставит четверную лужу, вот эту крест-накрест. Стопудово. Вот и оттуда сразу надо съебывать. Ладно, пофиг. Ничего страшного. Вот это уже хуёво. Косплей мага. Сейчас закончится вихрь, там Акиса встанешь. Че бонсай там дает? Бонсай 14к. Нормально, в принципе.
пулбаф по Акисе. Один БР только время. Да похуй. Ну давай, бидон, ставь тотем, геншин гимноман. И Вадикон, короче, давай я на Вену залей. Престов там еще есть гимны. Не знаю, что в той вечерней гильдии будет, но нет, посмотрим. Кстати, Войд, пока там Солкагер не собирается, я могу походить сюда. Тут тоже не собирается. А чё там? Да, он тут собирается. Вчера не собралось, да, это? Вчера 11 человек в онлайне было, максимум 14. Ну, а могли бы нас позвать. А, ты имеешь в виду... ну, эту гильдию туда присоединить? Для Геры? Ну, совместный рейд. Поздновато, ребят. А-а-а. Большинство из вас, я боюсь, поздновато будет. Ну, надо узнать, если кому-то, типа, не поздновато. Если кому удобно, можно. Ну, можно. Но если только с субботы на воскресенье, там. Да, по сути. Я просто вас вчера не собирал, зашел бы в гильдию, посмотрел, кто онлайн спросил. Ну, я бы сходил. Я бы тоже сходил. Там один не решит ничего, там нужны ключевые люди, там нужен Хапал, нужен Эрдру. Эрдрук там две штуки. Твой, ты о чем? Где? В Tomorrow? Да. Там две Эрдруки. А надо вроде три. Там стерва и еще кто-то. Стерва ливнул. Да? Ну, там довольно много ардруг было, они с избытком бегали. Так, застывший шип распыл, я так понимаю, да? Зульфуэга тебе надо? Нет, ну-ка, что у тебя там? А, у тебя посох. А, у тебя 45-й вообще посох. Не надо это говно, да? Значит, распыл. Панцирь жандарма. Крит меткость, силовая грудь. Распыл, я так понимаю, да? И... Поверь, этот кинжал тебе нахер не нужен. Штаны. Он пишет, что ему нужно. Кинжал. А, ну... Там дальше будет получше шмот, поверь. Без аддона. Да, я вижу, что он без аддона. Так, эти штаны никому не надо тоже. Сейчас я тебе закину. Бейте там мобов пока. А чё ты лежишь, Зульфуэга? Вставай, портуйся. Портал в этот. Эту парашу. Короче, отделайте тапки. Сука, камни не отправил. Отдел тапки, это 2% выносливости. Прикольно. ХП прибавилось. Что за тапки? Ну, с этого, с Толгорода выкупил. Блять, есть у кого банка на ХП, на танк ЛКшная? Что-то, блядь, должна все быть. Все забываю, блядь. Да, есть. Не нашел такого. Ага, сколько их у тебя там? 14. О. Продашь? Да, без проблем. Сколько могу там? Могу так отдать. Или отдашь лучше. Ну, давай. Где-то мне, знаешь, на сколько хватит? Парочка есть. Отдать. На 14 рейдов хватит. На 13. Может быть. Ну, потому что я у тебя еще одну банку спрошу. А. Так, я себе потом докуплю чуть-чуть. Чтоб так, было. На тебе кинжальчик. Тикая параша, падаем, блядь. Так, а у меня 1400 с этого, как он называется? С груля. Пиздец.
О, помощник, смотрите, он в этом ваншоте. Оп, минус 2. Круто. Да, он танчил там, взял, подвел к нам. И шотнул у нас. Вопрос, нахрена подводить? Танки хуёвые, получается. Как-то у нас был экзамен на танка, блядь. Там аж на категории какие-то были. Затанчил 10 обычку. Какая-то там четвертая категория. Затанчил целка обычку. Третья категория. Затанчил РС-ку. В тьме, блядь. Вторая. Интересная категория на ДД, это чё? Это было Т1, Т2, Т3, Т4. Да-да-да, вот такие приколы. Я тоже в такой гильдии был. А на ДД это сколько дамага нанесешь, полагаю? Давай, да, 20 геншит на ХП, сейчас все подохнут. Вот, не зыбка. А то у меня стаков не было. Интересно, а на хила перехилил рейд, блять, получил новый ранг? А там на хилах мерили, по-моему, на... Это, как он называется там, блядь? Там черепок выносите, если что, там для справки. Короче, в заметках, где твое имя там было, писалось, да, твой ДПС писался. Черепок не выносите, молодцы. Охуенный ДПС. И чё вы лежите вот так вот, просто интересно? Покидайте тело и бегите, чё вы разлеглись, смотрите? Мы тут жуков, если чё, впятером бьём. Силы жуки. На лане захиливали ХПС, смотрели. Ну, там что-то 20к надо было нахилить, чтобы какой-то первый ранг получить. Слева, блять. Печально, я пока 20-ку не тяну. Короче, блять, какие-то метки пиздец. А как 3D метки стоят? А вот они. Это не 3D метки, что это за хуйня? А вот. Скоро он там расширился, наверное. Вот где звезда, танчите этот самый Эвилаша и что все. Что все, твои мобы ближние к леди и центральные, Эвилаша твой крайний и лестница, я в кружке танчу. Первая, третья слева бьете, вторая, четвертая справа. Если где-то трэш раньше убили, то помогаете добивать с другой стороны. Ну, в общем, мультидот эти. После леди Вилаша в ДД пойдешь, подамажишь. У тебя там даже чарка какая-то есть на анхолика, что ли. Блять, чарку хочу. Так, мне минутку АВКшну пока, не прибегу. Я тут, по-моему, уже нету. Он вроде перестал играть. Или ты тут, у него ник? Ты тут. Ты тут, по-моему, да. Ты тут. Ну, да, такой на чарка 2% здоровья, 600? Ты считаешь? Ну, прикольно. Пол Таурена. Да под всех заебись. Я говорю, пол Таурена. Типа там половина его. Короче, гила там подойдет, давайте пуляем, ебаш. Прикольно. Лайфхак для ДК танка с усилением, с повелителем рода смерти. 2 удара смерти перед трэшем и 4 лпшки в запасе. Прими это благословение и покажи чужакам мощь нашего господина. О, как неудачно. А, убью. Ну, многом приятно, в принципе. Прости. Че, приятно? Он сказал еще в ногере.
Да, ДПС что-то хуево у нас. Трэш 5 секунд. Готовимся по трэшу. Геро. Фул ДПС по боссу. Кого там микрофон там? Вот там. Вьетнам. Можно с мага как-нибудь босса забрать? Не, сдохнешь сейчас. Спасибо. Всегда знал, что союзники хорошие. Так, что там, два стака? В принципе, ты Вилаш так заберешь. Просто хуяри и всем по боссу. Можно даже без таунтов. Типа как тренировка перед Герой. Сейчас я попробую рывок сделать. Сейчас меня спадут стаки. 3 секунды. Попробую сделать мега рывок. Так, делаю рывок. ЛПшки 4 штуки. Кровотвод ЛПшка. Еще 2 ЛПшки. И еще даю усиление, и еще 3 ЛПшки. Смотри, я вырываюсь. И не получается нихуя. А, просто похуй, таунт нажму, да и похуй. Вообще по-хорошему. Тренировка окончена. По-хорошему здесь надо Святосу и на стрессу работать. Вмешательством. По ворлду, по бигдему, по бонсаю. Вот сейчас по ворлду вмешательство. Никто не. Давайте с натухов смотрим. Они такие красивые, блин. А сейчас что, некрасивые? Ну сейчас что-то стоят, получают от них. О, оскол. В Кире говорят, они вообще шоты. Да, причем весь рейд. Тапки надо кому-то. Понятно, тоже расплыл, да? Так, осколок, да? Блять. Дал. Все, Вилаша может ДД. Давайте крош чисто ставите. Мы его не пробежали. Не, мы его хуярим. Окей. Ну, я вообще люблю хуярить. Ну, это святое. Мадон. Я прям так люблю хуярить. А сколько тушиток? Я в РС-ку. Я в РС-ку ходил двумя способами. Как-то раз даже получилось не убивать вообще трэш в РС-ке и убить боссов. Ну, конечно, мы вайпанулись пару раз на этих боссах. Когда кто-то в трэш отлетел. Ну, ничего страшного. Ой, ебаный дракон. Он согрел трэш, сам виноват. Не бьешь трэш, не ролишь лут. Такое еще правило есть. Это давно было. Сейчас общество более гуманное к людям относится. Там в туалет разрешают отходить. По телефону поговорить.
Раньше-то геймерам не разрешали в туалет отходить. Надо было бутылку с собой брать. В рейд. И не одну. Ну да. В зависимости от того, сколько вайпов. Сделка отменена. Какая-то, не знаю. Короче, я туда летаю, что все, ты тут, на нашем корабле. В смысле, не ты тут, не лог, а ты тут, на нашем корабле. Где, кстати, лог? Ты тут. Я на пушке. Берите ранцы все. На нашем корабле остаются только... Ну, пускай, короче, рарник. Можно я на пушке? Ой, блядь. Да, можно, этот самый. Ты 20к даешь и на пушку хочешь. Че на стресс, ПВП, да? У меня ДПС нет. Короче. Справится, и Геншин на пушке посидит. Короче, рарник, тут на нашем остаешься. И ну давай призом. Вот, остальные все. Все, кто не на пушке, пиздуйте на тот корабль. И чем быстрее мага убьете, тем быстрее босса убьем. Хилы не сидят в пушке, если чё. Чё-то мы рыбу не едим, не пьём. Зачем нам тут нужно? Так мы же вначале поели, и то не умирал, но там она осталась. На сурке могу поспеть. Сарфанг вас укусит. Угостит он вас чем-нибудь там. И рыбкой, и кровью. Удушение сразу кинь. Кровью там. Стакан крови нальет. Свои или твои? Ну, у кого заберет? У танков в основном. Интересно, пофиксили пушки? Спать охота. О, завтра суббота, так хорошо. Кому как. У меня на работе начальства не будет. Поспать можно будет. Книжку почитать. А ты типа на оборонном заводе? Да. Тебя не призову. Ну да. Получается. Ну, да это все решается, все это дело. Если сильно надо будет. Все, можете перелетать. Мне тут на них пытались доказать, что если будет сильно надо, то призовут меня. Ну, если это четвертый пунктик. Я филолог с минус 11 и девушка. А, ну... Будешь филологию там втолковывать. Да, чуть это... Знаешь, причем какую? Если кто в Ведьмака играл, как Таннер учил этих троллей материться. Начнем, говорит, с простого. Вот так же будет русских учить. Слово, говорит, первое, говорит, сука. Куква. Нет, сука. Сука. Я херею, говорит, все за дебил. А когда этот Геральт пришел, он такой, говорит, блядь, говорит, я его на минуточку только заберу, но потом верну. Ну ты, говорит, это, ботки-то нам сошьешь. Да, типа, блядь. Две пары для каждого из вас, козлоебы, упрямые, говорит. Че, никто не играл, что ли? Ведьмак. Не-не. Бля, это... У меня пылится на полке. Это шедевр, я тебе говорю, играй, не пожалеешь. Она, конечно, долгая, но, блядь, не пожалеешь. Там не то, что... Не то, что в Вовке, знаешь, там, убей 10 кроликов, блядь. Там каждый квест, даже дополнительный, он охуенный. Войт, скажи мне одно. Где ты берешь столько свободного времени? Так я его прошел еще... Работает никем. В 15 году прошел еще. Везде 7, можно договориться, да? Да. Даже со временем. Да. Ну, видимо. Ну, чисто к Хроносу пришел, сказал, давай мне еще часиков. Я бывает засыпаю, конечно, на работе, но... Ну что поделать, работает. Ничего страшного, да. Играть надо. Ну, это редко, конечно. Если вообще заморочиться, то можно научиться спать там, поскольку
даже по 6 часов спать уже хорошо. Но если по 5, по 4 научиться спать, представь, сколько времени освобождается. Я спала год по 4 часа. Ну что, тяжело? Да, в больницу попала. Там фишка, знаешь, в чем? В том, что это надо... Надо либо четко знать, что ты спишь именно в те фазы, которые нужно. То есть там это длинная, есть короткая фаза. Вообще ничего не помогает, если организм вымотается. Ну это просто не всем дано постойко спать. Не, ну просто организм зависит. Ты вот, например, не спишь, да, там по 4 часа, там день, второй, то есть неделю прошла. Оно накапливается. Полторы. А потом ты, короче, приходишь, что у меня такое было, типа, даже я не играл, я просто там другими делами. Ой, кого-то взорвали. И ты просто падаешь, короче, вот в 6 пришел, падаешь на кровать, и тебя просто погасило, короче, до обеда следующего дня. Вот ты просто проспался, встал, и по новой, короче, опять можешь такой не заниматься. А у всех рыба есть? Или ставить? Ну, может поставить. Я вообще в армии спал на ходу. Да. Я как-то, ну, на дежурство вышел в ночь. Иду, и потом я понимаю, что я глаза открываю, и, блядь, там шаг, и я просто в яму падаю. Ну, там траншея была. А мы этот сундук открывать будем? Или просто сидишь, ну, уже стемнело, присел, ну, устал, присел, так, смотришь, куда-то смотришь. И потом опять раз глаза открываешь, ну, понимаешь, что все время ты спал. С кем пиздиться за палец? Да ни с кем, ушел забирать. Блять, что это? Мака, ФК, блин. Паладин какой-то был тоже офф. Дилут забери. Так, что тут выпало? Шея, ну, колечко. Шея. Ты меняешь хилов, да ты спекнуться можешь? Ты спекайся. Буребай спекайся, в три хила останетесь. Бидона и Навена и Геншин. 50% нажимает Prison. Prison, а ты чё у нас? Ты Энг. А он LM, что-то у него там спек есть, по-моему. Ну я вот думаю... В поста это бы пошло, но я вот не уверен. Я вот думаю, два мага тут. Ну вот, например, если у Ворлда с острова 51, а у этого вообще говно какое-то 51 шея. У Бонсая. Бонсаю, да, закинем. Призен, ты что думаешь? Призен. Где он там? Где-то стою. Призен, тебе надо шея, нет? А, ну. Спасибо. Просто он 10% нажимает, что ему меньше надо. Ты 50%. Я не уверен просто, сколько она меня бастанет. Так, ну шея это хуй знает. Ой, блядь, ну, плечи это распыл. Кольцо топовое. Махилов на ДД. Сотку нажимает Бонсай. Остальные нажимают Бурибай на Хилпала, World. 10%, ну у тебя кольца и так охуенные. А подожди, выше него Геншин. Геншин ссанина полная. Ну Викторка пониже, Геншину закидываю. Так, это у нас что? Это у нас 200. Халявный ГП. Угу. Лутай пока лутается. Че спекнулись там, да? Так, вот рыба. Да вроде уже давали. А, да. Да, уже была на рыба. А чё тут, какая тактика тут забирать, ну, забирать мне нужно будет? Из детрэша да. Радуйся. Да. Тебе надо будет за таймером сиди, просто лужу закидывай, короче, перед появлением этих... Забей хуй, ничего не накидывай, просто выключи мозг и... Тыкай кнопочки. И когда, короче... Из детрэша радуйся. Смотри, там вот я начинаю бить, тончить, на меня через какое-то время повешается руна крови. Когда на мне руна крови и босс попадает по мне, он отхиливается. Вот, чтобы он не отхиливался, ты должен забрать. Когда руна крови на мне будет кончаться, то секунд сколько там? Секунда останется там. Потом он кастанет это вскипание крови и повешает на тебя эту руну крови, и я с тебя заберу. То же самое, в следующий раз тебе надо будет забирать тогда, когда босс прокастует этот вскипание крови там. И повешает на меня руну. Но ты должен перед тем, как таунтить, убедиться,
убедиться, что он повешал на меня этот... Дайте шкаф быстренько, на скорость. Милишники себе курицу поставили, когда вам смотрите. Тык на сумму. Ой, здесь секундно все про все. Убедиться в чем? Убедиться в том, что он повешал на меня руну. Потому что если ты стаунтишь и будет руна на тебе, ну будет, в принципе, похую. Просто, ну, сейчас посмотрим. Вот я начал бить. Давайте Геру. Вот я скажу, когда стаунтить, а дальше сам уже посмотришь. Че забирай? Сейчас он повешает на тебя эту хуйню. Вот, повешал, я забрал. Видишь, на себе, да, дебаф эту хуйню красную? Да, конечно, и на тебе тоже показывают. А у тебя какой, вуду или фреймы? ДБМ. А, ДБМ. Ну вот, сейчас он на тебе, грубо говоря, кончится. Сейчас через пару секунд на меня повешает. Он ПСО упнулся. Все, повешал, забрал. ПСО офнулся, братан, ты где? Повестка пришла. О, блядь, не шути так нахуй, ты не таким шути. Вообще не шути. А мне похуй, я служил. Это я тебе знал. Придет. Меня там знают, я там знаю. И это вам сыкотно. Ну хуя, я за первой категории нахожусь, блядь. Бля, это такие приключения в жизни, отвечаю. Вы такой проебали кайф. Я еще не проебал, меня еще это ждет. Забираем. Ну, когда один год, это не так хуй. Хорошо, что я это обошел все. Ну, кто один, кто два. А кто три? Таких тут нет. Ну, таких тут, наверное, да, действительно нет. Не, 3 года трайл лича, я 3 года трайл лича, блядь. 3 года это так флот. И скажешь потом. Так, что-то с маною, наверное, хуёво. Вадикон, давай, залей ему. Так, надо забрать, что ли, хэсси. Так, он на тебя кидал же вроде. Ну, вот сейчас на тебе руну. Ну, кого вы стерёте эти? Он кастанул на тебя, потом я забрал, и он, и она ну, нам... Ну, наверное, ты раньше забрал. Наверное, ты забрал во время того, когда он кастал скипание крови. Вот видишь, это скипание крови. Точнее, кольцо крови, он видел, да? А руна сейчас уже на мне, и надо забрать. Это 4 есть? Ладно, я отдам. Да, есть. Я отдал уже. Сейчас, короче, через 5 секунд. О, блядь, ты еще дал. Ну ладно, похуй. Она энхов из Ренрум? Да. Нет. Давай. Магии много. Все. Так, 333 тысячи ДПС. Акиса 20 тысяч. Викторка 20 тысяч. 600. Эйя. Нихуя себе, Эйя 20к. А 2 носка нету, да? А. Его нету сегодня, на том день рождения. Его уже нету. Ну вот. Зульфега 14 тысяч. Бонсай 17. На зря профи. Ты меня спекал. Хуйня за тебя говорила же. Демон, блять, ебаный демон надавал СПД, вот и по двадцатке начали давать. Два покорителя. У нас ПСа не бил еще. ПСа, да, я обратно в холика. Давай. Ну, сейчас как раз собаку захищу. Это же на халяву, да, вот эти, значит? Да, эти на халяву. Тебе надо? Мне, кинь одну штуку. Закидывай. Можно мне одну штуку. Чисто. Да, я там смог. Ворлду закинул, и шо все закинул. Ворлд там 10% нажимал. Это Фрост. Фрост. На кого это, блядь, меч? Пусть знает. РПБ, меткость, это комбо, да, квотник. Ну или ДК какой-нибудь.
А, да, или на стресс на ПДК. ПВП. Аддон и ПГП лутмастер называется. Не ПГП, лутмастер. По-моему. Да, вообще воля вообще не падает. Да падает. Только не все. Это не существует. Только Саня и лутанул при мне один раз и все. Биг дэмэдж, который... Не, ну Фелиция, конечно, молодец, он ревнул, а твинами тут сидит. Где сидит? В гильдии. Я то ли второй, то ли третий, вот я не вижу. У нас вообще не так сидит в гильдии. Да и похуй. Вот там Довакин зашел. Я, конечно, человек такой, знаешь, вот и в чем-то хочется быть злопамятным, а в чем-то и да и похуй, ну, типа... Пускай люди делают так, как они делают. Наступит момент. Это да. Все свое получат. Кто там ливнул. Не хотят они обычки фармить, но и не надо. Я просто вредная. Потому что мне идти некуда. В жомах я нахрен не нужна. Я больше скажу. Самые жомы недостойны такого. Не то, что, блядь. Я там в жомах не нужен. Это мне они, блядь, не нужны, блядь. Сейчас не, мы... в моем случае просто хилопресты не нужны. А в ШП я не хочу играть. Сейчас мы с ребятами походим. Ну, блядь, все поубиваем. Немножко состав устаканится. Да, Довакин, мы пока трэш бьем. Если ты в Дисе. А лут бы менять? Войд, когда в льду ходить будем? Я вот тоже думаю, блять, когда же мы будем... Кто сказал льда? Что такое льда? Льда это там, где вы вайпаетесь и нихуя не понимаете, что делать. Разве? Да, это интересно. Да, когда это выдержанное веселье и вайп. Да. Когда инст, который проносится 210-ми и 215-ми, проходит 250-й и не проходит, мать его. Так, на йоге доходим, посмотрим на йогу и пойдем обратно. Так потому что прямо... там механики есть, которые ваншотают. Прям вот сказала, вот прям вот, это, знаешь, это... На доске, что, так а я не знаю, что вы удивляетесь, на офе есть, ну оф и то, что сейчас у нас на циркуле, это небо и земля. Ну на офе, например, есть боссы, и то это не сказать, что какие-то мифики, героики, пахалки, блядь. Там есть боссы, на которых 5-6 механик, не то, что взять нашего лича, да? Да, там вот возьми сейчас 5... этого босса, и причем все 5-6 механик, они смертельные потенциально. Вот ты не выбежал с лужи, все, ты слег, это уже вайп рейд, да? Напоминает смотрителей, горожанам. Только одновременно, нет, там, три. Там вот с Виталиша господство было, там был босс-кузнец, типа там ваншотало все. Вот ты вот в любую хуйню наступил, тебя сразу шотает. То есть вообще в любую. То есть, ну, там, единственный босс, который с циркуля я могу сравнить с, по описанию вот с этими боссами Софа, это Джайна. Это реально босс, блять. Как собака, но сложнее, как будто три собаки одновременно надо бить. А чё тут за Джайна? Чё-то я не понимаю на Сирусе. Ну, какая Джайна тут? Ну баба такая, Джайна Праудмов, знаешь? Ну, я понимаю, но на ЛК где она вообще? Ну колдует, блядь, 25 лет. Ну на ЛК не было. С Лича. Да. С Лича 25 хм. Хуйня, я в лоре не разбираюсь в этом, блядь. Короче, дал незыбку, но, надеюсь, помогло. В смысле, она здесь, ЦЛК 25 хм, ее где-то поставили? После Лича. А, ёбану, я просто это, ну, с актуала, блядь, там вроде такой хуйни не было. Давай, где сейчас, она была? Сейчас незыбку давай на следующий стрим. Просто у меня босс 25 хм. Давай, незыбку.
Джайна Браун — это вообще положительный персонаж, типа там... На Уфе она еще ни разу не была боссом. Типа нету такого босса, это персонаж, который всегда там всем была. Помогает. Не, на Сирусе она не с ровного места. Здесь она нужна была? Просто для посоха на легендарного. Потом Азерот, когда ты за Орду? Да-да-да. Я вам скажу, для чего она нужна, блядь. Она нужна для проверки IQ, блядь. Да. И всё. Там потому что если меньше 350 IQ, нахуй, там вайпаешься, блядь. И чё, там же надо бежать, блядь, одновременно ещё спиной, нахуй. На весь рейд? Войд, до неё ещё дойти надо. На весь рейд, блядь. Дойти — это одна хуйня, её пройти надо. На весь рейд, короче. Для неё хотя бы дойти надо. Ча 25 герц тоже. Дойдёте, дойдёте, вы не переживайте. Ну, по щелчку... Войд, я профагер не видела, а ты мне про Джайна. Хочешь профагер посмотреть? Вон, у меня на ютубе есть канал, там я, блядь, убивал. Я хочу его потратить. А, я понял. Ну, надо сначала, чтобы до профа дойти, надо еще леди убить. Дайте там понюхать еще. Так, а что у него за механики? Откуда его? С бфа, что ли, скопировали? Ах, значит. Или что это? А, я придумали. Ну, солянка просто чуть-чуть какая-то. Скопировали с бфа, чуть-чуть скопировали с другого босса и соединили эту хуйню вместе. Короче, получили солянку Джайна. Сделали. Угу. Видосы Джайны тоже есть на канале. Если кто вообще мой канал смотрит, канал. Блядь. Ну, мой канал, блядь, на ютубе, блядь. Как называется мой канал? Нет, блядь. Где ты, а что ты там делаешь? Хожу на леща. Кулинария какая-нибудь или что? Бля, ну я так посмотрел, есть кулинария. Не. Это уже не модно, блядь. Да, у меня там. У меня там ни доната, ничего нет. Кстати, насчет кулинарии, там я рыбный пир как-то делал. Блять, там просмотров дохуя накопилось. У Георгия Кавказа, наверное, да? Идею украл. Чисто сзади трэш уже подходит. Не знаю, блять, кто это. Короче, рыбный пир на X2 делал на Сирусе. И что-то там я снимал в ускоренном в 10 там раз или 8, как я ловил рыбу, короче, и наловил рыбу на 2 стака этого рыбного пира. Вот. И там ускоренная такая хуйня, а там еще такая хуйня какой-то была. Какой-то дурак это все смотрел. Блять, смотрят, пиздец. Ты смотрел, знаешь, в шорты, блять, резкой. Потом еще больше просмотров будет. Короче, я первый начинаю, забирать уже будешь после едкой гнили. Вот. Избавление от кошмаров, нашелся покупать. Будет, напомню, вы сразу в 3 сбегаетесь или сносите? В 3. Вообще, мне как бы похуй, ну, вот одну звезду, одну, это какой-то, блядь, хуйня, одну кружок. Все этот отчет видят, блядь, ну ладно. Да, да. Да. Одну звезду, одну в кружок, одну под босса. Святос, ты в РМСе, тебе надо истерию вообще? Блять, может Акису опять апнул, да, Акису. Вон споры стоят. За 2 секунды кидать. Поближе, поближе, под яйца босса. Ну нахуя вы 2 сюда принесли? Алло, блять. Ну я ж спросила, все 3 под босса сразу или нет? Нет, я ж поставил. Есть разные же тактики, я поэтому спросила. Я ж поставил, звезда, кружок. Просто там челик с кружка прибежал под босса. Зачем? Просто есть вариация, что снести сразу все 3, потом убегать. Это все охуенно. Давакина забыли, кстати. Да. Блять, Давакин, ебаный в рот. Что ж ты ничего не говоришь? 3 хила блюют. Вместе с ними Биг Дэм. Это блевали 2 хэпала и Биг Дэм. Наберите рейндж там как-то между собой. Ой, блять, я печеньку побегу. Бегите куда ближе. Под боссом. Уже подо мной бегать, я стою вообще АФК, блядь, просто не шевелюсь нахуй в этой игре. Доходишь прям в упор ко мне, блядь. Кто а, ну квадрат вообще был. Это маг какой-то, блядь. Так на тебе же было это. Ему ёбни, скажи, ты что, блядь, берега попутал. Плюнь семечками в него, блядь. Что-нибудь там. Сядь на карты, скажи, блядь. Какую-нибудь фразу там. Ну да, с пемочками. Да тебе. О, блядь. Ты заблевал 5 человек. Или 5 человек заблевали тебя. Как это сейчас было? Сейчас возможно, я. Но я от мага убивал. Бомжи, блядь.
Вы понимаете, скоро, что вы в Гере просто сдохнете? Все, нахуй, я просто отошел, блядь, максимально далеко, нахуй, не подходите ко мне, блядь. Я не знаю, конечно, как на Сирусе, но есть такая фишка, что перед едкой гнилью босс дает губительный газ, если он вдруг оказывается на ШПшнике, который вроде как бы хотел бы прожать тучку, но он будет блевать. Даю не забрать? Да, можешь забирать. Он как бы хотел прожать тучку, но губительный газ, и он сдох. Ему говорят, блядь, ты же ШП, у тебя же тучка. Но ты не прожмешь тучку под, под блевотиной. Поэтому... Типа, игра решила мне всю блевоту сейчас скинуть? Типа, что за хуйня? Ну да. Плевать тебя заставил, чё? Бывает. Вышел, блядь, в рейндж первый раз, блядь. Когда тошнит от целка. Тошнит, может, от этого босса. Вы должны все на автомате делать уже. А в целка просто, ну, по крайней мере, в обычке расслабляться, базарить на свободные темы. Вы чё, мы в РБК пришли? Да. Там до гнилого добежите, шкаф ебаните. Ну, только отойдем. А, мы тут вдвоем блюем. Можно ли ДПС инка ночью? Можно. У тебя 15к. Или 16. Надеюсь, этому ханту не нужен был способ. О, осколок. Кстати, а кто осколки собирает? Рарник. Давакин. Ну такой тебе посох нужен был бы? Кому кроме? Что, все, по-моему? Да, кидай. Я в гильдию ленкнул. Далекая земля надо кому-то? Бля, Давакину нужен этот посох. Открываю гейчат и вспоминаю, что я в другой гильдии. Да, нужен. Да, он ему нужен. Ой, лол, блядь. Ё-моё. Что ж мы его не суманули? Короче. Нихуя себе, у нас фулл рейд. Да, это уже ваху. Так. Баная табличка. Чё там, осколок, да? Да? Сейчас я эту хуйню закрою. Да, с ТТГ лучше стрелишь. Или ты выиграл его. Не. А, вот, забирай. Или с ласта. Чё там, много ещё? Или амана. Средняя рыба. Да, Давакин, чё? А чё вы это? Вот вы мне скажите, чё вы так поздно? Давакин, а у тебя войса нет? Нет, покупай микрофон, будешь пиздеть с нами. В крайнем случае можно будет наорать на РЛ. Или можешь начать РЛить десятки. Не лезь, оно тебя сожрёт. Как ты обыски. Блин, у него 245-й посох. Ну ё-моё. О, самое то для РЛа. Писклявый, противный. Ну как я пару лет назад. Вообще не мешало. Вой, тут что делать? Слизни собирать? Да. Чем их, как их таунтить? ЛПшкой. Не надо ничего таунтить. ЛПшку кидаешь. Как же я люблю ваши пароводы. А большой что? Большой, вот его и надо ЛПшкой забирать. Сука, обожаю. А мелких? Где-то я видела гильдию, в которой давали ГП за паровозы. На мелких хуй. Я везде вижу робота, который ломает их. Я вижу сегодня рейд без вайпов. С первого трая все. Вы тоже это видите? Это ненадолго. Тоже это видите, да? Когда профы еще не дошли. Все, погоди, до синдры дойдем. До синдры. Синдра мой любимый босс, блядь, нельзя вайпаться. А что за хуйня, блядь? Ну-ка. Знаешь, твой любимый, останемся подольше на нем. Я а че так бесов-то хуя? Это все мои, что ли? Возможно. Может, два демона решили спекнуть? Листорг, а ты там не демон случайно? Нет, он в Дестре. Блин. А чё, значит, мои... на сове меняли там что-то, нет? Усиливали сову, не? Что-то не в курсе. Вроде нет. Кто-то диспелит. Да и похуй. Кто там? Похуй. Просто может шаманы забыли. Похуй. Вы когда-нибудь учили когда-нибудь математику в школе? Ну там пятый. Я класс. Учил иногда. Пятый, там, не шестой.
умножение... до 9, так чтобы до шепотом забили. Умножение, деление там. Ну вот. Вот есть такое правило, от перестановки мест слагаемых сумма не меняется, да? Есть... От перестановки мест умножителей похуй. Да, похуй. Факториалом, да, каким-нибудь? Не, факториал это уже 300 IQ, это уже на Джане надо будет. А тут... это уже... Не запоминайте! Не мучайте гуманитарий. Ну, а тут получается... Это дифференцирование функций двух переменных. Блин, меня на физике учили. Закон Ома, сиди дома. Мне кажется, я уже понял, кто на Джане будет тащить рейд. Ну, получается... Из таких нет. Смысл такой, что если, допустим... Ничего не изменится, если ты диспелить будешь через одну секунду болезнь, или если ты не будешь ее диспелить совсем. О, внимание, взрыв. Побежали, с центра отошли на 10 метров, на 15. Ебаща как рванет. То, кто сдохнет, тот нуб. Ну, я дал не зыбку, в принципе. Вот сейчас будет блевота. Ай, Давид, добавь не еще массы крови. Как намереть. Все, сейчас я его в центр верну. Красивенько, ровненько. Какой у нас квест вообще? Мне кажется, на Синдеру будет квест. Если не убьем с первого трая, то удаляются персонаж. Фак. Давайте удалять. За это ГП дуешь? Да. Ну, дается ГП, а потом удаляется персонаж. А, так? Так интересно. Жестко, ну. Я тоже подумал. Что за хуйня? Несправедливо. Ого, да я поэт. Кто такой поэт? И поэт тогда гуманитарий. Так, ну это да, факт. Блять, шмот всякий выпал беспонтовый. Че это, крит, хаст, могила, надо кому-то это хуйня? Давайте варлоки показывайте. Давай кинем. Профессионализм. Крит мастерство, агильное колечко. Может надо какому-то коту, хуй знает. Энху, да? Энх. Кто-то Энх там, да? Ты уже вару похуй. Я думал, ты Энх. Прощай. Мы тебя никогда не запомним. Если бы ты история не Эльма делала Энха, сейчас бы колечко получил. Луповая. Ты хотел рейнджевика какого-нибудь. Ну, Энх рейнджевик. Просто встань подальше и кастуй молнию. Как надо. Понял, ты придумал, конечно. Один РТДшник, один милючник. Вы видели слева вот этот газ, он мигал только что. Вот, сейчас уже опять мигает. Вы видели эту хуйню? Или это у меня только одно? У тебя, мне кажется. Ебать. Походу, видеокарта мигает, нахуй. Я ебу. Ну, не знаю, у меня новый трах, все нормально. Вот сейчас он как будто исчез и мигает. Нихуя себе. Может, это морзянка какая-то? Ну-ка, сейчас подожди. Я попробую перевести, я же морзянку знаю. Так. Я профессор Мирзоцит. Нахуя вы сюда пришли? Эта дверь не откроется никогда. Что-то ты быстро переводишь. Тебе не кажется, что морзянка немного не так работает? Да похуй. Что-то кажется. Там одно слово, блядь, 3 часа на такая. Это реально такая фраза будет, ну, блядь. Ну, 20, наверное, раз. Так ты не видел, как оно, блядь, это мигает. Это вот прям дискотека у тебя? Ну не дискотека. Да, если она какой эпилептика, блядь. Дискотека. Дискотека. Я эту песню услышал только в ролике Изича, где про интервью с создателями в цирку. Я ебать интервью, конечно, вспомнил. Древние. Ты, говорит, это... Будешь ШМ на своего фурика и получишь волю и чешку. Гер, говорит. Да, говорит. А, ты, говорит... Ты хочешь, чтобы я рассказывал своим подписчикам, чтобы они донатили варов ШМ? Да, говорит. И я получу, говорит, плечи, это, волю, чешку, гер. Да, говорит. И воятель гробниц героических, и плечи. А 8, блядь. Сука. Насаживать на кукан, говорит, будешь. Сука. Такая дичь. Не, ну тогда актуально. Да, плечи просит он. Че, как тут лобами сидит? Да. Давакин, у тебя нету аддона? Мне водить придется. Блять, хочешь? Можешь поводить, если можешь. Бля, кстати,
А тут как-то же этот хуй большой, как-то можно на нем быстро хавать лужи. Уже скажите, пожалуйста. Быстро хавать? Не, ну быстрее, чем он хавает, ты не схаваешь. Короче, что ты поводишь босса, да, тогда? Я почилю в кукле. Давай. А за сколько там секунд его отводить к стене? За 7-8 где-то примерно. Ну, если, если он поставит колбы, то я думаю, это ничего страшного. Нормальный милик в них не будет стоять. А там уже просто уже по таймеру. Первые, я думаю, ДБМ не показывают. Поставьте в одикону звездочку, чтобы за ним все бегали, а то опять разбегутся кто куда, и будет хуёво. Ну, я никогда, кстати, про это не парился. Ни в Гере, ни в обычке. Он тебе помощник, тебе звездочка. Я всегда делаю ставку на людей. Если ты видишь пельмень, ГЦ, блядь. А если ты не видишь, ну, пиздец. Лох. Иди в РБК. Ты пельмень, да. Ешь его. Да, блядь. В РБК тоже будет сложно. В РБК вообще пиздец. Пошел, допустим, в Механар. Ой, да. Песа, братан. Ну, весело. 2 минуты прошло уже. Плюс-минус надо разводить так-то. Песа, брат. Блять. Выберет зеленый или красный, блядь. Ладно, похуй. Гоблин. Я могу это. Я могу Ровуста написать. Можно заменить пасса, если что. Он может зайти. Сейчас прошу. О, у нас хант появился, нихуя себе. Угу. Все. Да похуй, ну, давай этот бить без пэса пока, а там уже посмотрим после профа. Надо потому что... Квадратик. Даю отчет, короче. Пью. Похуй. Ваша. На пол Войда. На пол не Войда, а в шо все. А, шо все? Он же босса держит. Не сорвите огромный. У него огромный. А, вы вдвоем нежить. Лужи отошли. Хилы в луже стоите так, ну чисто, блять, на пол. Да, да, да. Не сдыхайте в луже. Это хуёво. Немножко подрастяну её. Сейчас зеленый выйдет. Стали все. Переводить. Ну, короче, звездочку чисто на похуй поставили, всех все равно не ебет, что она стоит. Реально. Самое главное. Что такое звезда? Вы что, звезда есть? Вы самое главное поймите, что если вы хоть со звездой, хоть не со звездой, если вы не ловите пельмени, то похуй, есть звезда, нету. Главное их не ловить. Вот сейчас, Викторка, Химиса, Хикилая пельмени словили. Вот как дела у вас? Вот будут эти бомбы химические. Уже бомбы стоит. Химические, смотри. А я еще если удушливый газ скоро будет. Вуду себе добавлю, еще буду видеть, кто этот газ ловит. Красный вышел. Сука. Удушливый газ, нахуй. Я же могу добавить. Опять пельмени. Пельмени. Понимаешь, у этого мне норма. У меня половина костов мгновенная. Зукля вообще как сдох. В основном я хилю. Это, кстати, не очень. Ну давай, Вадикон, резай его. Все равно без одного бьем. Сразу фулл баф. Виктор КСС по зукле дашь. Там пельмени летят, всем похуй. Зеленый. В бонсай встаньте, пожалуйста. Спасибо. Вадикон, резай после этого. Сейчас зеленого добьете и зуклю. О, блядь, сбегитесь. Пельмени летят.
Бачу в канале, конечно, 25-ки. Почему? Мне кажется, ну, все понятно. Я здесь... Не, ну понятно, ну просто, блядь, столько всяких хуйни летает. Да просто вы пиздите дохуя. Лучше, да. Лучше играть уже. Все вроде нормально, без пэса. Только я вот не вижу лужи, где-то вторая должна быть, она невидимая или что? Никто не видит лужу. А, вон она, я вижу. В двери. Имба. Угу. Хер на нее. Там пэса стоит просто. Чилит. Следующая лужа. Так, отбегите от лужи. Ебаные пельмени. Ну, блядь. Ну, эльфэга это... Хилаю не проебите. Ну, съешь. Успел, нормально. Лульф Эго прощается, он неопытный пацан. Так, будем стопать, пока что бейте. Надо будет красного бить. Потом Миша. Пока что подбиваем. Так, милики пока босса бейте, РДД красного. Все, милики пошли бить красного тоже. 1% на боссе. Все, переводите. Надо успеть допить, сука. Бидон, короче, вот ты встал сейчас сразу, когда ну, шевелиться ну, начнешь, поставишь тотем Геншин Гим на ману. Ну, разолить. Начнем от стола, первый я. Сразу? Да. Зукля, Вихторка, Зукли, диван. Так, забрал. От стола начинаем отсюда. Так, если колба будет, ну, там скажете, что не вижу. Пока вроде не было. Или было? Были. А, вон они. А, все, вот там вожу. Да, вот в эту сторону. Так, что-то у меня стаков. Два пока нормально. Пельмени. Так, забирай, что все. А, ты уже забрал? Да он давно на мне сидит. Блять, я вот не знаю, добьем мне. Да, добьем, в принципе. Давай, похуй. Скажешь, когда четвертый стаком тебе будет? Оба полетели, РДД. Немножко выведи миликом, чтобы бить было в жопу получше. У меня люди падают. А киса вставалка есть? А, ты диван дал? Я понял. 4 забрал. Ну все, надо 7 лямов добить, пока я танчу. Дай ты 4, этот, что все. Оба в РДВ полетели, смотри. Килая, давай гимн на ману. Ты пельмешку словила, да? Ага. Молодец. Давайте выйдем отсюда. Выбегать некуда. Выйдем отсюда, вот сюда. Побежали за профом. Даю незыбку. Бигдем на ХП, дай. Все присты, давайте на ХП, а то сдохнем сейчас. Быстрее на ХП, давайте. Стоя, 6, 8. 7, сутка. 300 тысяч, пробуйте. Оба полетели. Найс. Не найса, залупа это. Хуёво, ловите да, пельмени, как бичи. Вот реально. Вот. Нет, ну а что мне делать? Пельмень ровно за мной летит. Я вперед бежать под босса не могу. Мне бежать только назад. Надо бежать. Я вперёд. Не успеваю. Надо бежать вперед. Стой в милизоне. Как мы все съебались от пельменя, а ты нет. Ай-яй-яй. О, БЕшка. У меня хилю параллельно. Я не могу переставать хилить, у нас рейд падает. Я тоже хил, кстати. БЕшка. Нужно, короче, ложить рейд и говорить: пидоры, в меня пельмени летят, и все. Я не буду так хилить. И в ШП начинать играть. Мёртв, понимаешь, мертвые не хилят, поэтому тебе твоя безопасность важнее. 4 хила хватит. Да чего вы доебались, господи, там нахуй пол рейда пельмени наловило, блять, как да. Эти вагоны. Те, кто могу, даже не долг. Могу вот просто открыть сейчас и посмотреть. Ну, я как-то раз так делал. Че, покоритель, надо кому-то.
Просто попробуйте. Можно глянуть, сколько пельменей словил? Называйте имена, пусть им будут стыдно. Можно глянуть, вот кто ловил. Можно даже ГП въебать. Чтоб весело было. Так, Айновен, Буря, Надя. Вот смотри, полученный урон, открываешь рекаунт. Ну, по крайней мере, я так смотрю. Давай всех по порядку смотреть. Шо все, открываем. Удушливый там, газ. Там где-то еще было, по-моему, где время действия дебафов? Или что-то такое? Это в Details, наверное. Как пельмень называется? Значит, да, у меня в Details. Значит, пельмень называется. Пельмень, вязкая гадость. Профессор Мизасы, вязкая гадость. Значит, No One — это взрыв, взрыв химической голубы, удушливый газ. Это на миликов. Ну вот что все ловил. Потом смотрим Войда. Войд нихуя не ловил. Красавчик. Ну это в кукле был. Акиса. Так, удушливый газ словил. Святос. Мне просто интересно, какой милик не словил нихуя. Вот Святоса смотрим. Удушливый газ словил. Да там вначале все словили, по-моему. Элема смотрим. Ну, словили, это значит хуёво, значит нубы. Смотрим. Вязкая гадость у Килая. Ну, 49 тысяч, это, наверное, или 2, или 3 пельменя точно словилось. 2. 2, ну да, они там по 20 тысяч где-то. О, да, на вот. Стресса. Смотрите, вот на стресс, вот он молчит, сидит, и вот он не словил ни одной химической бомбы. Это получается, он красавчик. Красавчик, да. У этого смотрим. У Бонсая. Вязкой гадости нету. Красавчик. РДД. Я скажу, говорю. Что, запрещайте говорить теперь? Зукля. Зукля словил колбу. Дальше. Это что, Бонсай смотрел? Призан. Призан словил удушливый газ. Пельмени словил. Викторку смотрим. Вязкая гадость. 18 тысяч. Одну штуку словил. ГЦ. Геншин. Не словил пельмени. Красавчик. Молодец. Войд Боеха. Да? Типа ничего такого в этом нет, но в Гере эту хуйню нельзя ловить. Категорически. Если вы в обычке будете так расслабляться, там, ну, ловить, чилить на расслабоне, там, вы придете в Геру, блядь, ну, пиздец. Там, потому что замедляется скорость каста. Вы вместо секунды вы будете 8 секунд кастовать. У меня мгновенные касты. ВКД увеличивается тоже. У тебя будет вместо секунды, будет 3 секунды ВКД. Так, хуёво, да? Там побольше гневов небес давайте, там войско сейчас кончится уже. Да и не зыбко. Заебало бопа давать на контракте. Тактиков желательно по одному бить. Вот этой залупы не было, они, блядь, видишь, шотуют людей. Так, что там, кто дальше был? Геншин, Призан. Призан словил колбу. Как порядочный милик. Биг Дэма смотрим. Биг Дэм не словил нихуя, красавчик. Химиса. Да я словил одну, когда их две меня прилетело. Словил и колбу, и газ, нахуй. Премия, блядь, 5000 ГП. Хуяли газ. Газ я не ловил. Там написано, я вон вижу. Ну газ это тогда уже в конце, блядь, когда там три газа, нахуй, меня зажали. А, ну, да, попробуй пройди. Завали просто в конце. Давакина смотрим. Тоже 40 тысяч пельменей, блядь. Просто пацан, блядь, о чем ты думал, блядь? Ты же стрелять будешь верный выстрел по сколько там, по 8 секунд, блядь. Пельмени. Так, кто там остается? Эйя. Не словил нихуя, красавчик. Вот, видишь, рарник.
Вот смотрите на Рарника. Удушливый газ словил только. И все. Взрыв не словил колбы. Так, Бурибай. Вязкая гадость словил. Милик словил вязкая гадость. А, это хэпал, я понял. ГЦ получается. Ай, наверное, смотрим. Вязкая гадость тоже словил. Ё-моё, вот почему в конце, мы падаем. В конце, давай, не надо, блядь. Когда всё. Уже там две лужи с двух сторон, и эта хуйня ладно. Летит к тебе. А, оправдали, пацана. Напоминаю, что я там не словил. Ворлда смотрим, мага. Нихуя не словил, красавчик. Ну просто красавчиков человек 5 в рейде набралось. Бидона смотрим, внимание. Блядь, вязкая гадость, знаешь сколько? 69 тысяч. Это, блядь, ты знаешь сколько пельменей словил, блядь? 3, наверное, да? Или 4, блядь. Бидон, блядь. И самый голодный просто, блядь. Похавать захотел. Умеем, практикуем. Вот это, ну, это типа смех смехом, это пока что смешно, блядь. Но такого не должно быть. Так, если, ну, по-серьезки. Не должно быть такой хуйни. Вообще, ноль должно быть у всех. А вы ловите. Ой, много какой хуйни не должно быть, но она есть. Ой, блядь. Вот, вот из этого складывается джайна ваша. Потому что когда вот только... Вот дойдем до джайны, тогда посмотрим. Нет, да, да, еще до нее дойти надо. Еще до нее дойти надо. Если так будет. Да. Вот, вот смотри, все оно по ступенькам складывается. Убиваешь профа 0 пельменей, 0 колб. Тогда приходишь на леди 25 гер и лутаешь 0 духов. Вот только, только одно за другим следует. А как только леди я проходишь... Я проходила нормально леди 25 гер. Да. Дальше чего? Да, все нормально проходили, когда все в рейде не ловили духов ни разу. Тогда да. Это же командная игра, но складывается от каждого. Не то, что там Вася там нажал геру и мы залили босса. Оно складывается именно с того, что все 25 человек ни разу не допустили ошибку. Все с того, что мы вайпались из-за того, что нас мы же убивали. Ну да. Контроля не хватало, скорее всего. Есть два, такой... два друида всего лишь. Надо три друида. Три минимум. Это по-хорошему. Еще кто-то из этих друидов может быть в контроле, и все три они тоже могут быть в контроле. Ну и да. Я видел двух друидов в контроле, да. Сверхобезьяны? Давай бидону там дадим. Игрушка. Где игрушка? Блядь, что-то не вижу. Она а, вот она. Бидон, ты выиграешь сферу, блядь. Чтоб в следующий раз, короче, пельмень не ловил, блядь. Подожди, это кто? А, это история. Давай ты выигрываешь тогда. У меня есть такая. Я тебя разрулю просто. Так, короче, ты что, все тогда на келе, да? Угу. Рольте, кто хочет быть обезьяной. Это... Призван, похоже.